1999 году, когда весь мир готовился приветствовать новое тысячелетие, в самом центре Стамбула, в районе Зейтинбурну, слоганом «Ничто не может быть важнее человека и здоровья» пациентам открыла свои двери больница Евразия. Одна из немногих больниц, здание которой изначально проектировалось как медицинское учреждение и отличается от остальных своим эргономичным дизайном и особенными архитектурными решениями, выходящие же далеко за пределы 21 века, понимание качества оказываемых услуг выводит клинику на переводы рубежи медицинской сферы. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Для философии группы больниц Евразии уважение к человеку играет такую же важную роль, как и его здоровье. Ставя право пациентов в основу своей профессиональной позиции и получить одобрение по системе стандартов ISO 9001, нашей больнице в очень короткий срок удалось получить классификацию уровня А в соответствии с системной стандартизацией качества медицинских услуг от Министерства здравоохранения. Manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Клиника Евразия – первая среди частных медицинских учреждений Турции. Получила лицензию на осуществление лечения онкологических заболеваний с помощью радиотерапии. Для обеспечения более высокого качества обслуживания и расширения масштабов оказания медицинских услуг, правление клиники Евразия постоянно вкладывает новые инвестиции. Таким образом, клиника разрослась со временем, общая площадь внутренних помещений достигла 17 тысяч квадратных метров. Онкологические центры, применяющие лучевую терапию, радиотерапию в борьбе с онкозаболеваниями, выделение сердечно-сосудистой и кардиохирургии, проводятся все виды операций на сердце, включая ангиоскопию и шунтирование, отделение эндоскопии, отделение врачебной косметологии и пластической хирургии, высокотехнологичные лаборатории и центры диагностики, идущие впереди своего века, отделение интенсивной терапии на 51 место для ухода за новорожденными и пациентами, проходящими лечение в отдельной общей сердечно-сосудистой хирургии, полностью оборудованное отделение скорой медицинской помощи, кареты скорой помощи, более 30 полностью оборудованных кабинетов поликлиники, стационар на 135 мест, 6 операционных залов, 3 родильных зала, которым предписано стать первым домом для малышей, который появляется на третьей планете Солнечной системы, Земле, чтобы сделать первый вздох из ее атмосферы. Трудовой коллектив клиники Евразия состоит из более чем 50 врачей-специалистов в 26 областях медицины и 350 младшего медицинского персонала, ориентированных на пациентов, которые предоставляют услуги 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Отделение трансплантологии волос, интегрированное в структуру больницы, ежемесячно помогает стать более счастливыми десятки людей. Рождение детей – это радость, счастье и надежда. Именно дети изменят к лучшему будущее. Диалог с младенцами клиника Евразия. Подготовка семейных пар к счастливому моменту рождения ребенка ведется последовательно и тщательно. Волшебное путешествие младенца в утробе матери внимательно отслеживается. Любой вид поддержки оказывается на каждом этапе. После рождения проводятся все без исключения мероприятия, направленные на обеспечение здоровья, развития и роста малыша. Младенцы растут и готовятся к вступлению в большую жизнь вместе со специалистами клиники Евразия. Клиника Евразия расположена в центре Стамбула всего в 10 минутах езды от международного аэропорта имени Ататурка, в непосредственной близости со станции легкого метро «Мармарай» трамвайной линии. Мы находимся на расстоянии одного телефонного звонка от вас. Однажды этот телефон может быть помочь спасти жизнь. 0212 665 5050.